Абдулманап Магомедович, как он сейчас? Можно говорить, что кризис миновал? Ну, насчет отца я скажу так, что сейчас у него положение до сих пор тяжелое. Он до сих пор находится в реанимации. Но сам коронавирус, он позади. Вирус оставил за собой последствия насчет почек, насчет сердца. И до сих пор он находится в тяжелом положении в больнице, в реанимации.